9 месяцев на реализацию проекта и крупный сервисный центр «Банк Открытия» заработал в Ульяновске. Правда, пока не в полную мощность. В июне в работу вступила дневная смена. На тот момент к деятельности привлекли 160 человек. Сегодня 24 часа, 7 дней в неделю в центре трудится около 850 специалистов. В начале следующего года численность работников превысит 1000 человек. Порядка 17% сотрудников – это студенты 3-го и 4-го курсов ульяновских вузов. Там это уже не просто колл-центр, как у нас были уже примеры до этого, когда мы приводили. То есть это операционный центр, это бэк-офис, это специалисты, которые обслуживают, работают с клиентами, просто удаленные на всю страну получается, это более высокая заработная плата, поэтому для региона это очень интересно. На днях состоялось торжественное открытие центра. В церемонии приняли участие президент, председатель правления банка Михаил Задорнов и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Именно им выпала честь перерезать ленточку. После торжественной части все гости церемонии открытия отправились на экскурсию по зданию. Сервисный центр условно разделен на две части. Первая – это колл-центр, вторая – подразделение операционной поддержки и финансовая дирекция. Все специалисты обслуживают как клиентов банка, так и пользователей услуг Росгосстраха. Во время обхода Сергей Морозов и экс-министр финансов России раздавали сотрудникам конфеты и мандарины. Губернатор оценил офисное пространство центра и захотел сделать из здания правительства такой же спейс-офис, о чем написал в книге пожеланий. Я написал достаточно просто. Огромное спасибо за чудо, удивлен, восхищен и сделаю правительство похуже. Создание сервисного центра всероссийского масштаба в Ульяновской области – инвестиционный проект суммой в 267 миллионов рублей. Соглашение о реализации проекта три стороны – правительство, региональная корпорация развития и банк – подписали в январе 2019 года. Я не скрою, что это один из таких крупных инвестиционных проектов. Мы договаривались и о определенных льготах при его реализации. Мы выдерживаем, соответственно, все свои обязательства. Это здание при этом коммунальную собственность, что достаточно большая инвестиция для области. Сотрудничество с банком продолжится и по другим направлениям, в том числе в сфере государственно-частного партнерства. Очень здорово будет, если мы с Михаилом Михайловичем в ближайшее время проговорим и по реализации глобального проекта, который будет для нас являться одним из приоритетных в 2020 году. Это обучение и переобучение наших бизнесов. То, о чем мы вчера говорили на заседании правительства, малого бизнеса, прежде всего, на основе истории успеха. Подобный сервисный центр, помимо Ульяновска, еще функционирует в Казани и Саратове. Рената Люлова, Даниил Сурков, Новости Улправды ТВ.